В сельхозпредприятиях Славянского района продолжается сев риса. Установившаяся сухая погода благоприятствует аграриям. В этом году к севу риса в сельхозпредприятиях Славянского района приступили в конце апреля. Посевная площадь составляет свыше 44 тысяч гектаров. На сегодняшний день уже посеяно свыше 70% от намеченного. Из-за переувлажнения почвы на некоторых низменных участках посевная немного затягивается. Но тем не менее, если не будет новых дождей, полностью завершить сев риса аграрии планируют к 23 мая. Параллельно ведется сев яровых, который также близится к завершению. В текущем году план сева яровых культур в Славянском хозяйство Славянского района составляет более 66 тысяч гектар. На сегодняшний день засеяно яровыми культурами 54 тысячи гектар, что составляет 82% от плана. Осталось посеять в районе основную культуру, это рис. Приступили все хозяйства к севу риса. На текущий момент у нас засеяно более 30 тысяч гектар риса, в поливе 26 тысяч гектар, залито 24. У аграриев есть такая поговорка: сеялка с чека, вода в чек. И этому негласному правилу рисоводы неукоснительно следуют. Засеянные площади сразу заливают водой, чтобы рис начал прорастать. Затем начинаются долгие 120 дней. Именно столько необходимо, чтобы колос созрел. В течение этого времени рисовые чеки находятся под постоянным наблюдением. Ведется борьба с сорняками, подкормка всходов удобрениями. Процесс очень трудоемкий, но результат того стоит. Славянский район на протяжении вот уже многих лет в числе лидеров на Кубани по выращиванию белого золота. Анна Монастыренко, Георгий Каринин, программа «События».